Эликсир молодости. Психолог из Гарвардской медицинской школы Эллен Лангер провела очень интересный эксперимент с группой мужчин старше 75 лет. Она помогла перескочить им на 20 лет назад. Для этого были созданы специальные условия – мебель, обстановка 20-летней давности. То есть на неделю они перескочили с 80-х годов в 60-е. Они смотрели программы новостей 60-х годов, фильмы и слушали музыку тех лет. Беседы и все остальное также соответствовало духу 60-х, и тем самым помогло участникам эксперимента вести себя так, как они вели себя в 55 лет, а не в 75. Все они добровольно участвовали в эксперименте, то есть сознательно обманывали себя. И что вы думаете, после окончания эксперимента, по результатам обследования, все они помолодели как минимум на 7 лет, а некоторые даже на 10. Это произошло всего за одну неделю.